Еще раз добрый день. Вы знаете, что у нас послезавтра мы в России отмечаем День Матери. Я прекрасно понимаю, что для вас, так же как для очень многих других женщин России, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, конечно, отношение к этому событию такое не то чтобы праздничное, а скорее всего связано с чувством тревоги и заботы для тех, в том числе и для тех из вас, кто присутствует здесь и кто потерял своего сына, то, конечно, это связано и с мыслями об этой трагедии. В этой связи хочу сказать, что, знаете, язык не поворачивается говорить о каких-то формальных стандартах вещей, связанных с выражением соболезнования, но хочу, чтобы вы знали, и я лично, все руководство страны, мы разделяем эту боль. Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребенка, особенно для мамы, которой мы обязаны все появлением на свет, которая вынашивала его, выкармливала. Но хочу, чтобы вы знали, что мы эту боль с вами разделяем. И, конечно, будем делать все для того, чтобы не чувствовали себя забытыми. Сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы чувствовали плечо рядом с собой.